Во. О, вот у меня новый, да, смотри. Сейчас, блядь, как тебе лицом стать вам. И Ленинград ебашит, блядь. Когда, знаешь, там, не знаю, из 80-х, из 90-х пришли в бар, блядь, из тех. Мне тоже надо рубашку вот такую галаську синюю только вот. Балет, блядь. Он рэпом, типа. А у меня у вас, смотри как. Смотри на меня. Ну да. Короче, любой танец может исполнять сейчас певым рэпом. А смотри, я пью и ногами тоже продолжаю. Там доктор злой из этого, из Соника, блядь. Кто? Вот, а! Работник, блядь. Ну да, есть это. Ниху... А что это мы где? Это чё? Ну новый биом, блядь. Я такой не видел. Аватар видел, это не видел. Горючий сланец. Не трогай его пока. Платформа ебани туда. Да. Вон. Под него, под него. Под него? Да, под него. Блядь, да это хуйня, нет, это топливо. Вон. Понял, туда сейчас. Вот сейчас Влад ТПшница это возьмет. Не будет. Где? Понял, ТПшись. Нет! ТП не пошел. А, блядь. Он слишком быстро меня откидывает. Инерция, инерция, блядь. Гном не тупой. Ты все минералы, которые ну, видишь, делай. Делай, да, нам с тобой надо вдвоем играть. Ты, короче, видишь какой-то ресурс на потолке. А что, оно колючее? Не да, выглядит. Оно дамажит. Ты если по ней да. Выстрелишь, ну, не по большому, а по таким среднего размера. Нет, это большая слишком. Она типа закопается в землю обратно. Ой, так какая-то. Короче, над ресами делаю платформы, я буду, ну, на крюке к ним прилетать, собирать все. Нихуя, что такое? Это, короче, надо эскортить, блядь, надо. Эскорт услуги производить. Сейчас будем на ней кататься. У нее справа и слева от, ну... От шасси надо хуйню чинить, короче, будет, чтобы не сломали. Да, броня вот сверху справа, видишь, у неё... Mm-hmm. Если охотят... Ну, вот левая и справа от нее пластина, от основного корпуса. Они, типа, если 100% сломаются, их нельзя будет уже отремонтировать. То есть у нас таких два щита, которые надо ремонтировать. Первая пластина слева от корпуса, вторая справа. Когда сломались все обе пластины, то ремонтируешь левую. Я не знаю, почему так, нахуй. Поэтому говна. Пацаны, пацаны! Блядь, запрыгивай. Руку давай, руку! На, забафал на щит, все. Там большой под ебака бежит. Ебать! Сложность явно повыше уже, да? Ну, бля, я не ожидал, это подстава произошла. В узком проходе, блядь, взрыватели, я ебал. А починить немножко. Я все сделаю. Убейте его нахуй. Замедли его, Влад, пожалуйста. Пытаюсь! Понял, блядь. Он взрывается, я над ним! Блять, я выжил! Блять, с потолка на это все смотрел!
Майкл Бэй, да-да-да! В этот кратер огромный теперь, пиздец! Егор, помогай ремонтировать. Ну я без гранат теперь, поздравляю вас! Я, блядь, на 5 минут. Да похуй, нормально, нормально, я тоже. Ну все, сейчас по идее вот тот ебать. Блядь, это одна огромная пещера ебучая. Ебать, я там потолка не вижу. Да. Ебать, она огромная. Блядь, сказали миссия на 5 минут, куда меня затащили нахуй. Че будет тентакли растут, блядь. Во, кстати, Влад, смотри. А что будет, если коснуть? Ну. О! Ебать! Ебать! Круто! А она вылезет потом? Да, да. Клёво! Пошли в прошлое. Перекати поле, смотри! Ну его пинать можно, гоп-футбол! Там вначале еще шишки сбиваешь, тоже было в первой пещере. Они типа падают, и мне можно в футбол играть. Ну пинать. Это какой-то лесной биом, блядь. Павутина? Ну да, тут типа... Ну, прочитайте, что написано, когда ты на землю наводишь обычно. Засохшее дерево, что-то такое. Каменевшая древесина. А, это такое дерево огромное? Нихуя, внутри дерева. Я вообще не знаю, там, ну, все написано в логе, ну, в лорном. Почему мы тогда с кирками, а не с топорами? Что за хуйня? Вопрос открытый. Вопрос открытый. Там технически можно закастомировать, что это у тебя будет топор, блядь, а не кирка. Пропилили или гидросиль, блядь. О, мы тормозим уже, она глохнет, чё? Да, у нее щас... все, у нее топливо кончается снизу вон. Она сейчас в этой комнате и встанет. Да ты смотри. Ебать, мы уехали нахуй на 100 метров. Я вызвал там, ну, а это что такое? Шипастый горшок. Это как просто... Дамажит. Она шипастая, да? Колючая, бристлбэк. Не-не, тут нужно... А что за туннель глиф? Блядь, я понял! Не вызывайте молли, пожалуйста, на него. Ну стреляй, хули ты, они мелкие. Там две дроби, нахуй, ты их разъебешь. Давайте я раскидываю светило побольше, и надо заправлять это говно. Пошли на учу, Егор, иди сюда. Нормально, все, пошли. Ёбка, тут обычно, когда музло играет, такое жестко. Вытаскивай вот эту хуйню, бери. А теперь помнишь, мы вначале топливо видели? Вот, смотри, вот как вот это, зажимаешь, вот так вот. И оно его собирает. Иди себе ищи такую хуйню тоже. Заправляй ее. Вообще заберите нахуй это, я лучше посвечу. Блядь, это антуки. Ебать, там вниз! Это охуевшая пещера просто. Блядь, жрут. Я с большим разбираюсь. Я бы переагрывал, на меня смотрит. Ну-ка в жопу ему накидайте. Хорош. Бля, свет надо. Куда? Просто посвети место на... Блять, везде, ну вот. Ну я раз... Да, видишь? Вот туда, вот туда. Вот ты видишь, я стреляю, блять, она улетает нахуй. Ну он не трак, кстати. Да я вот здесь собираю уже, она кром... Ну, с если... Ладно, давайте куда вернемся. Бульдозер, ёбаный. Блядь. Лианы классные, вообще биом классный. Вот это мне нравится место. Бля, мне теперь крюком не дотянуться до верха. Там эта мокрица ебаная ползет. Все, укатилось. Света больше нет. Вот. Заказывали тут Патрик или нет? Да. Тогда я. Вон одна осталась. Да. Можешь еще заказывать. Нитро есть? Слишком много. Да, да. Я если что могу докинуть 15. Где ты?
Егор. Иди сюда ко всем. Там к тебе катится боулинг, блядь. Я понимаю, я успею, беги! Он ёбнулся в бездну вниз. Повезло, повезло. Патрики, Патрики, похилится, Егор. Короче, канистру нихуя не заправил, ничего не сделал, да? Пошли, я с тобой пройдусь, давай. Не, подожди, я там соберу. Платформу надо к нитре. Вот туда свет, да, еще раз? Сейчас. Егор, платформу нужна. Я посвечу, сейчас я, блядь, занят. Бля, там хуйня ползет. Туда свечу. Егор, ты где? Вот туда платформа нужна. X нажимаешь, тебя видно. Вон, вон, смотри, видишь? Сможешь заимить? Сейчас это ёбнется, да, блядь. Ты уронил канистры, нахуй. Блядь, Егор! Там мокрица ее сторожит. Обе канистры внизу, мы их как поднимать? Сейчас нахуй получится их поднимать. Ой, пизда. Давай, считай, вот это говно тут все в этих шипах, я не полезу, блядь. Блядь, Егор нахуй тут. Егор за ними, да? Я иду. Гробница Егора, блядь. Блядь, у Егора тут боулер. Нахуй. Я хотел, короче, в полете зацепиться за трос, но мне сказали пососи. Тебе наверху надо прокачать, чтобы твои желтые блины урон от падения уменьшали. Будешь падать и подтянул. Ну, под ноги, блин, хуярить, будешь выживать, по идее. Кидаю, на. Мы поднимаем наверх. Егор пока долутывает, если надо. А ты на тросе можешь с ней? А все тогда хуйня. Я думал, на тросе нельзя с ней. Да изи. Лианы ебаные растут. О, грибочек. Бля, надо еще грибочки собирать. Да, их тут дохуя, кстати, сверху там, ну, у потолка. Егор, лианы зарастают, осторожно. Ну хули ты оста... Ну ты пиздец, ты, блядь, хуёвый из тебя шахтёр. Да ладно, пошли, это мелочь. Пойдем найдем новую, все равно не соберешь сколько надо. Тебе тем более полная. Так она вроде полная, не? Так полная, пошли. Зеленым должна загориться. А, значит там мелочь, которая осталась. Да нет, тут есть, тут сверху есть, забей. Хуя не видно, блять, очень большая пещера. Ууу, бля. Ой, Егор, я пошел. Да, у нас два ганнера в тиме, вообще похуй на врагу. Абсолютно. Ну да, я тут... Союзники страшнее. Егор из... этот... Не-не-не, миниган он дамажит мало. Конвой, короче, веду здесь. Мистер Егор, я вас прикрою, вперед, вперед, вперед! Ты ее не заправил, блядь, вот ты ее тащишь. Ну надо ее заправить. Ну вон. Сейчас попробую. Вот самое первое, где я тут, может, осталось? Ой, бля, стой, 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 стой. А, бля, жук! Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Подошли? Да ты, кто из них ты? А, вот. Давай, вот я, бля. Иди туда, вот. А чё на? О! О! Ебать, она в неё проткнула! Ебать! Стрелять в основание. Блять, запизделись. А вон, смотри, смотри, вот, 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 вот и вот. Да, 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 я хочу туда канат. Егор, Егор, вот это сделай. Смотри, я прицеплюсь, а теперь под меня платформа, Егор, быстрее. Под меня, блять, Егор! Сюда. Я кричу, я ровно над тобой, над тобой, над тобой, над тобой, над тобой. Егор!
похуй потом. Забей. Беги, беги под того мужиков дохуя. Кстати, слушай, я тут задумался, у скаута граната же, она типа замедляет, да? Да. Она бы по идее могла... Не, это понятно, она могла бы замедлять падение, когда ты в нее падаешь, не? Было бы вообще кайфово. Блять, не знаю, там вроде есть такой... Кидать ее типа под себя и приземляться в это поле, и, ну понял, так медленно приземляться. Не, сейчас вот на двухстволку есть перк, типа, rocket jump, ты себе под ноги застреливаешь, улетаешь нахуй. И когда падаешь, типа, стреляешь? Чтобы... Ну да, 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 и ты еще дальше летишь, типа пустишься, пиздец. Значит, юзабельная хуйня. Я хотел вообще два пипеги взять вместо двухстволки, мечтаю. Ну да, 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 ну сейчас типа да, две пипеги вообще, ну, намного сильнее дробовика. Ну, типа вот... Да мне как-то похуй, сильнее, не сильнее, мне просто пипеги больше нравятся. Типа не фанат двухстволка вот этой всей хуйни. Егор, тащи вторую, конечно, туда. Бегу. Нет! Нормально. Блять, один тик, блять, мне ровно хватило, чтобы заправить, тварь, блять. Ты ради одного тика туда лез? Да. Так я говорю, там Егор пропускал, сука, если бы он не пропускал. Я здесь под, ровно под буром, ну, а похуй, я сам соберу. Короче, нитра разбросанная с потолка скинул. Собирайте, если че. Там хватит тебе или нет топлива? Ну, у меня осветителей больше нет. Буду на рандом светить. А где? Вон рядом с... Там нету, у нас пустые оба. Нету. А, туда... Ну, у нас уже и так, блядь, не осталось. Смотри, я... Не надо. Задача. Без светила, похуй, он сейчас соберет. Он, кстати, если что, вон и видно. Там не хватит. Да-да-да, хочу. Прыгни на платформу, Егор. Вперед и пробел. О, блядь. Теперь сейчас тебе туда канатку ебну оттуда. Ебать вас там. О, ловлю, 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 блядь! Я ловлю! Она не полная, да? А я не закину ее. Она слишком тяжело. Ёбаный рот, давай тащи ее сюда. Блин. Несу. Я забыл. Забыл, что когда оружие переключаешь, она это... Она голову ебёт. Чего, бля? Бля, не дай бог я сейчас отсюда ебанусь. Не, нормально. Бля, ау. Бля, у нас... Сейчас вам парни там уебёт. Все, готово, ловите. Бля, она вниз не упадет? Фу. Ну да, туда. О, не получился трюк. Не получился трюк. Погнали, ладно. А мы когда все на нем, у него скорость выше, да, или еще? Да. А чего у него скорость зависит? Или это он просто зависит от ландшафта? Количество людей рядом. Если никого нет, он вообще вроде, ну, он едет там вообще пиздец. Ебать там факел, блядь, лежит. Да, это, ну, это еще немного. Нет. Mm-hmm. Бывает вообще пиздец, ну, в долге. Ах, сука. Что, кто? А, это штука! Это иголкой! Это мина, да, 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 иголками стреляла. Как этот? Ой. В радуге есть, блядь, этот азиат ебаный. Лижен. Гухмины, лижен, да. О, нитра. Я пока покопаю. Да шипы даже молит дамаги. А, и она что, урон может получать? Рету, блядь, вот. А. О, там как будто белые из вот этих вот больших лян выстреливают. О, да, 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 да! Она залезла внутрь шип. Да хуйня, вот эти шипы белые на большой, они, короче, вот залазят и, по-моему, выстреливают.
Влад, гриб сверху. Вон второй. Да, блядь! Не, Егор, не надо. Это одноразовая поездочка чисто в один... А, блядь, не дотянулся! Немножко золотишко еще прихватил с собой. Че, добро пропадать? Блять, опрессор. У нас бур еле едет. Вверх, наверное, потому что. Ну да. О! Блять, что так больно, охуеть. Блять, взрыватель. Нет. А где он? В нас прям вылез? А, он сзади бежит. Блядь. Он сзади бежит! Может, не будем его убивать, не? Надо, надо. Мы не девочки. Мы не девочки, да, но патрон у меня нихуя уже. Это вообще нет, не оправдали. Киркой хуярь, да? Кирка есть, все. Мне сейчас ебало оторвут. Ладно, умру хотя бы возле вас. Нет, пиво, блядь. Меня повалили, они меня заплевывают и пиздят ногами. Бля, он сейчас ебанет прям с дарета. Ладно, похуй. Минус пластины, господа. Блядь. А не. Там, минус там, ебало, господа. Куда? А этот провалился. А, он нормально. Тебя. Да? Можно меня так же тоже, пожалуйста? Не сишкой в меня, а щит. Больше нет. О, кадешец. Егору щита мне въебало сишку кинул, блядь. Давайте все дружно его поднимаем быстро. И съебываем нахуй. Там пластина еще жива, я чиню. Блять, она ебнула при мне. Может быть, я что-то не так сделал? Это еще одна остановка, да, блять, да. Короче. Ну, тут попроще, тут топливо дохуя. Нам нужна нитра первостепенная. Я уже вызвал один этот. Бля, просто я ошибся, я суплай высоко вызвал, так что вам залазить придется. Вообще похуй. Сразу дорогу сюда прокидывайте. Я просто думал, бур доедет дальше сюда, прям поднимется. Ты можешь лесенку сделать, чтобы мы могли под ней подниматься. Понял? Вот тут одну. Егор, вот все руды, которые видишь, хуярь, платформа, я побежал, да, вот уже вижу. Собирать нитру. Не, нахуй, снизу сами собирайте, вы тут без меня дотянетесь. Пойду в первую очередь самую дальнюю добывать. Турельки ставишь, нет, Егор? Я ни одной турельки, блядь, не видел. Бля, у меня ж турели есть. Высшее образование. Инженер или, блядь. Бля, у меня же дробовики патрон, бля, у меня вообще патрон нет. Там привезли же эти. Заказал патроны. Можно еще даже одну заказать, если что. Мы отсюда, по идее, быстро уйдем, так что не вижу смысла. Да, да, да. Грибы не видно? Вот сюда, Егор. Я тизернулся? Еще надо под меня прям. Хуета, Егор. Ладно, когда-нибудь научишься, ничего страшного. Егор, ты хуже делаешь, я уже туда подлезть не могу просто. Нет патронов. А, все нашел. Замуровал там все нахуй. Фух. Простишь.
это третий хазард, кстати. Охуеть. Каким же на пятом? Ну я забей, на сразу байк ебаный был. Ну Егор не качанный, ничего не знает. Да нет, даже не дело не в Егоре, тут просто надо пиз... Блять! Я скинул этот шар. Я понял. Нахуй, шутган. Тормози, молодой, превышаешь. Кстати, надо, блять, этот поставить вверх или что? Ты по уебал? Турель. Пизда, я патроны не взял, так похуй. Мы можем еще один вызвать. Ну, давай на Nexle вызовем там уже в той комнате. Ну давай, давай. А где батарейка? Ну, Егор, а, вон Егор собирает. Чё за звук? Сборы Егора, блядь. А. Сборы Егора. Где она? Мы вроде и здесь-то быстро должны были этот. О, у этой штуки голова вот эта вот на... крутится. И в ту сторону, с которой я атакую, на врага подсвечивает. Ну, вот этой хуйни бура. А ты не достал ей добавили? Типа, можно голову отнести будет. Да, 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 видел. Погнали. У меня два патрона в револьвере, 0 гранат и 250. Ты сказал, мы не девочки, все. Ты сказал, мы не девочки. Ты этот зажми вызов, турель забери, Егор. Или F зажми, не помню. F зажми, призови ее обратно. Какую кнопку? R. R зажми, да, перезарядку зажми, турель прилетит, Егор. Кто нахуй там оставил, блядь, инженер ёбаный. Ебать по КД этим гранатомётом. Я наводчик, блядь, твой, вот туда, вот туда, блядь. Ну вот, жирных ебать. Прямой наводкой, нахуй. Арсений? Да, бля, я понял. У меня пользы, блядь, никакой. Патроны. Вот их чисто сканером. Пиу-пиу-пиу-пиу, Звездный воин. Сканером стреляй лазером. Искусственный интеллект, блядь, нахуй. Гранатомет Егора. А я на ремонте. Утюг или зонтик? Ёба, народ. Утюг или зонтик? Два патрона в револьвере. О, жирночка упал. А, заряженная атака умеешь, Егор? По КМ зажми и ЛКМ нажми. Момент, когда по КМ зажат. Ну, зажми по КМ и нажми ЛКМ одновременно. Вот, да, зажимай по КМ и ЛКМ теперь.
понял, она тебе кадешная еще. Все, нет патронов. Там не трабла. Вот, тут вернешься. Нет, о, я туда не вернусь. А, уже вызвали supply. Оболочка у Марокко. Нам его сейчас типа бурить. Все, ну начинаем. Extraction commencing. Drill dozer running at full steam. Stay alert, team. The noise and vibrations are attracting the bugs. Incoming swarm. Keep the dozer safe. Swarm, it's a big one, team. Ух, нихуя тут мелочи. Егор, на ремонте молю, будь. Да ретта, блядь. Ну и пизда, блядь. А, там кто-то выхиливает. Еду помогать. Ну отстреливай тех, кто жрет ее. Мы в 4 рыла хуярим тут по ней. Платная медицина, нахуй. Камни, камни отстреливаем. Блядь. Ну это нет. Штука их пытается скинуть. Дай света, вот сюда вот. На последний начнут эти, блять, взрыватель. Вот, ты знаешь, как быстро, да, эти пилары ломать? Чего? Что? Пилары, которые вылезают из земли. Нет. Стадии. Граплишься к самому кончику и бьешь по кончику. Он сразу ломается нахуй. Понял, оно с другой стороны как будто растет, да? Я там прилег и меня сейчас взорвет нахуй. Блять. Что за хуйня? Ну, шахит большой. А, Арсюха сейчас ляжет, давай успеешь. О, минус песня. Давай! Где ты? Ага, вот он ты. Ну, нам надо уже самое точнить, у нас сломают уже корпус. Последняя стадия, в принципе. Её, кстати, с любой стороны можно чинить корпус. А, да? Блядь, да. Уже... Хоть, блядь, походу. Хоть сверху стой вообще, прям на нем стою сверху. Я хуярю, да, кстати, ты... до того. Блядь! Потому что надо было, вот в прошлый раз, мы сколько раз проёбывались. Не знали, где чинить? Да, да, да. Такой страшный ситуации. Ломай бимеры нахуй. Не помогает, блядь, Арсюх! Арсюх не помогает! Я чиню, блядь! Арсюх, смотри, я слом... Арсюх, ты наебал! Вон, видишь, оно... Ну ладно, чуть-чуть ниже. А он все равно стреляет, ты видишь теперь? Блядь, лол. Там...
Может быть, самый кончик-кончик остался? Я не знаю, блядь. Да, да, все застряли. Просто чини. Ломай, говорит, блядь, кончик нахуй. Меня выебали. Меня отогнали, ничего не... Да. Г нахуй. Давай, Бурчик, давай. Били. А там много ему осталось? Я подняли, я чиню. Я чиню! Ну я не могу сказать, перехиливаю ли я их. Мы на равничах. Не-не, перехиливаю, я перехиливаю урон. Мы ломаем. У меня палец не выдерживает кнопку зажимать быстрее. Меня руку. А, все. Егор лежит своим телом, закрывает бур. Он бурит, да? Я просто стою чиню же, правильно? Да, нормально. Блять, я это сделаю! Да. Они умрут? Да. Да, да. Егор, ты куда? Эй, Егор, ты еще. Блять! Тупо гаечный ключ затащил. А, смотри, он там ебут парней. Киркой! Там что-то воняет от вас, парни. Фу, блять, какой пиздец. Он просто. Главное чинить. Так, голову сейчас. Где голова? Не понял. Блин, куда я нахуй не шел? Где мул? Типа в неё надо это засунешь? Нет, смотри, что сейчас будет. Бам! Нихуя! Ты бы еще на жвачку прихуячил. Блядь, а где голова, ёбаный рот? Что за хуйня? Она не выжила, нахуй. Ты видел, там Егор тупо лежал на этом буре? Лазеры свои жопы закрывал. А вот это не голова? О, Доретто, смотри, я нашел. На, где ты? Блять, я кидаю. Ты нитрус дал, Егор? Да. А мы не можем заказать, это все было? Да, все можно съебывать. Берите это головы, пошли. Да, Егор, это твоя миссия теперь. Защищал своим телом, вот теперь давай, продолжай. На, где ты? Егор. А что брать? Я несу, вот, на. Все. Погнали, мы тебя коверить будем. Это голова чего? От ро, это голова робота вот этого, который бур. Голова бура. Дворфы своих не бросают, блять. Голову оторвали такой. Ты будешь служить нам вечно. Тупо вечный рабство. Служить на флоте, блять. Это ёбаные кожаные мешки, блядь. Никакого отдыха. Ты не стесняйся иногда её ложить на землю и помогать отстреливаться. Сейчас это не требуется, сейчас нормально. Дабл её зажим, вот так. Я гранату кидаю. Блядь, брыгайся. А, это топор? А, нет. Ты же не на бурильщике. Подсветил вам путь. А, стоп, подожди. Я же это вперед уебал, да? Где капсула, я мимо прошел. Заноси. Заноси голову. Дороги, Доретто. Положили ее. Лицо, сука, смотри, блядь. Возврат твоей вещи. Съебай, не возвращайся сюда, блядь. Ну иди чекай.
Чисто Егор своим телом закрывал. Просто. Ёва, когда нет огнеметчика. Вот эти вот пидоры мелкие просто заебывают. О, Доретто он. Доретто лежит, да, вон она. Кстати, за нее бабки должны дать. Или не дадут. Или дадут. Или к спу хотя бы. Нет. Я не вижу. Ну, наверное, только просто на чиву. Битва за респект. Пятеру вроде дали. Вот так вот, да? Такой нахуй сразу промоут должны давать. Своим телом закрывал. Знаешь, без ног, блин, они инвалидные, коляска турель, блядь.